Омские студенты в синих бойцовках старательно выкапывают лунки для деревьев. Молодые люди готовятся к высадке аллеи в парке 30-летия ВЛКСМ в честь полувекового юбилея деятельности отрядов Омской области. На мероприятии собрались представители штаба Омского областного студенческого отряда, бойцы строительного, педагогического, сельскохозяйственного, путинного, сервисного и подразделения проводников. После торжественной линейки студенты высадили молодые сосны и установили табличку с названием своего отряда. Всех красавиц, всех порвет! СИП-транзит, вперед, вперед! Не только традиции, обряды и кричалки. Теперь у каждого подразделения Омского областного студенческого отряда есть и своя собственная сосна. Посадить дерево для этих ребят – событие символичное. Сегодняшнее событие для меня, как для ветерана движения студенческих отрядов и для основателя отряда «Сибирский транзит» – очень знаменательное событие, потому что идеи об аллее студенческих отрядов закрадывались к нам в голову давно уже. Сегодня наконец-то она воплотилась, и я очень счастлив этому. И очень счастлив, что теперь бойцы каждый год смогут приходить, поливать это дерево, растить его. И оно будет расти вместе с нашим отрядом. Я в таком мероприятии первый раз участвую. На самом деле это очень круто. Мне кажется, что мы все собрались и вот такое дело доброе делаем. План посадить дерево выполнило и Министерство по делам молодежи. Глава ведомства Александр Фабрициус и сам когда-то носил бойцовку. Теперь гордится тем, что спустя десятки лет студотрядовское движение в регионе выросло и стало престижным. Я думаю, что это движение, оно в стране, ну его переоценить нельзя, но по сегодняшний день делает огромные дела, поэтому вот эта аллея, которая будет здесь, ребят, которые трудятся и на олимпийских стройках, и на железной дороге, и работают на востоке, и на западе, везде вот здесь будет как раз аллея, вот ребята садят. Я думаю, что первым нашим мероприятием мы дали старт нашей юбилейной, году юбилейному, и будут огромное количество мероприятий, которые в Омской области мы будем проводить. Встретиться с молодым поколением пришли ветераны-студотрядовцы. Связь времен – одна из главных задач мероприятий, посвященных 50-летию Омского движения. Мы думаем, что это здорово, что оно опять возродилось, и думаем, что это для молодежи это самый, наверное, сегодня такой выход молодежной энергии, творчества, то, что как раз было и в наше в комсомольское время. Следующее мероприятие Омский штаб запланировал на 23 мая. Впервые омские бойцы отметят день студотрядовца.